Извиняюсь за то, что где-то отстает звук. Всем привет! Это мой день в больнице вместе с мамой. Как в начале ролика вы могли понять, что я лежу в больнице сейчас. Ну, не сейчас, но я туда еду, завтра поеду. Сейчас где-то 9 часов вечера. Я собрала рюкзак. Это не все вещи, которые я беру. Моя мама также берет сумку с едой и с одеждой. Но мы начнем с маленького кармашка. Тут у меня две маски. Черная и обычная синяя. Я их беру на всякий случай. Так моя мама тоже берет маски. Такие, знаете, не медицинские, а тканевые. Вот, но я тоже беру на всякий случай. Но я думаю, там можно будет без маски ходить. Теперь вот этот карман. Тут лежит дезинфектор. Наушники. Очки. Они у меня для зрения. Но я их не люблю, они выглядят как какой-то... И сникерс на черный день. И последнее, это гигиеничка моей мамы. Вот и все, карман пустой. Сейчас это все нужно обратно складывать. И теперь открываем большой карман. Думаю, прям раскладывать вещи, показывать я вам их не буду. Думаю, это будет не очень интересно. И первое, что мы видим, это пенал. Но я его использую как косметички, потому что косметички у меня нету. Так что только пенал взяла. Открываем его. Тут мы видим вот такую вот помадку, блеск. Она хорошо увлажняет губы, поэтому я ее беру с собой. Такой огромный крем. Ну, у меня часто сохнут руки, особенно в зимний период, поэтому беру его. Зеркальце маленькое. Сестра, кстати, дарила. Масло для кутикулы. И духи. Ну, не знаю, зачем я их беру, но зачем-то беру. И вот, косметичка пуста. Вот, пенал. Теперь покажу, если смогу, расческу. Так выглядит моя расческа. Тут три резинки. Одна резинка еще на руке и одна на волосах. И тут вещи мои. Во-первых, это мои штаны, в которых я буду ходить в больнице. Кофта и штаны. Господи. Не знаю, как я сейчас все сложила. И тут также моя футболка, в которую я тоже буду ходить. И... двое носочков. Если что, мне папа еще привезет несколько. Если этих не хватит. Ну, сейчас все уберу. Вот, кстати, вот в этом кармашке у меня нижнее белье. Так что не буду его показывать, но это все. И также, конечно же, я беру еду, как без этого. Нас там будут кормить, как мне мама сказала, но все равно еду я буду брать с собой. Вдруг там печеньки захочу или шоколадку, да? Вот. Ребята, всем привет! Сейчас вроде бы 7 утра. И за окном еще, кстати, темно. У нас светлеет где-то в 9-10 часов утра. А в больницу мне ехать в 9, но там уже нужно быть в 8. Поэтому я проснулась от экрана, помыла голову. Вот. Я, кстати, в новой пижамке. Вот. Ее нужно будет, кстати, я так подумала, что лучше возьму ее, потому что там не маленькая. И да, я вчера забыла смыть свой макияж. Я уже приехала, обедаю, потому что на завтрак я не успела. Вот моя палата, это моя кровать. Сейчас я сижу в коляске, так как у меня очень болит нога, не могу ходить. Жду очередь на УЗИ. И не обращайте внимания на мою просто гигантскую маску. Кстати, иду я на УЗИ, а потом на рентген. Сейчас колен. Мы едем в комнату. Палату. Палату. Комнату. Тут очень холодно. Капец, как холодно. На третьем этаже тепло, но мы живем на втором этаже. Едем в палату. Вот сюда.
сейчас будет беспалевная съемка. Сейчас уже вечер, и весь день я пролежала в комнате, поэтому моя мама такая: пошли гулять. Мы решили погулять по больнице. Вот, и я не могу ходить, поэтому я в коляске. Вот, и мы сейчас будем кушать опять. Сейчас ко мне приходил мой мой врач. Мне что-то брали из рта и из носа, из двух ноздрей. Ну, типа на корону, но не на корону. Ну, короче, вот, это очень неприятно, особенно из носа. А я в больнице-то, в общем-то, можно сказать, не лежала. Я там была 2 дня. Супер. Вот. И из-за того, что мы не можем понять, что со мной, нет, с моей ногой, мы поедем в Астану лечиться. В пятницу мы опять поедем, потому что надо забрать анализы, то есть карику. В общем-то, да. Продолжу влог в больнице. Я уже в больнице. Я пытаюсь заснять, но я не могу сильно высоко поднять камеру, чтобы мой врач ничего не заподозрил, потому что в нашей больнице нельзя снимать вообще. Сейчас, вот как я уже сказала, приходил мой врач, и он сказал, что мы можем ехать домой. Я не понимаю, зачем мы вообще приехали. Я вот сейчас сижу, жду маму, она собирает вещи. Приехали мы в 9 часов утра, уезжаем в 11 класс. Зачем были, не знаю. Моя палата, чек. Тут моя кровать, а тут спят девочки. Это моя тумбочка, окно. Тут мы уже собираем вещи. А нас уже отпустили домой, мы пришли вниз, ждем, пока приедет за нами мой папа. Во-первых, не обращайте внимания на мою грязную футболку, а еще у меня вылезла простуда на губе, поэтому я не особо двигаю ртом. В общем, на этом было все. Я поеду в Астану на лечение, я тоже буду снимать влог. Так что, если тебе интересно, то подписывайся на мой канал, ставь лайк, а я тебя очень люблю. Пока-пока.